Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и давайте будем честно заценивать Samoa SM, который есть сейчас на продаже за 8500 золота. Данная машина в целом стоит 1008, наверное, но это мое такое, знаете, субъективное отношение к данному аппарату. Я считаю, что за восьмерку вполне нормально. 8500 это, знаете, вот как на рынке из принципа поторговаться. Поэтому в целом, ребят, если вас интересует не только Samoa SM, но и Projetta, не устаревающая имба среди средних танков на 8 уровне, то, безусловно, гораздо выгоднее приобрести себе набор за 15,5. Я никого не агитирую, просто сам ценник куда более выгодный, с учетом того, что там еще и вкусняхи есть всякие. Ну а что касается Samoa за 8,5, то здесь все очень просто. Машина и слот в ангаре, и больше ничего. Хотя в целом, ребят, своего я брал именно голый, лысый, без ничего. Одел на него камо, который мне понравился больше всего, снарядил его оборудованием за свой счет, и на сегодняшний день очень сильно жалею, что приобрел его в свое время именно на твинг, а не на основной аккаунт. Но, к сожалению, на тот момент, когда продавался данный товарищ по выгодной цене на новогоднем аукционе, у меня на основе было не так уж и много голды. Соответственно, я хотел себе приобрести его и, соответственно, купил его на тот аккаунт, на котором голды у меня хватало. Что касается Samoa и чем он мне нравится. Я не знаю чем, но я реально от этой машины периодически кайфую. К сожалению, не так уж и часто я на ней играю, но каждый раз, когда играю, получаю массу удовлетворения. Здесь барабан обычный, цикличный. Время перезарядки снарядов между собой 3 секунды, и порой этого очень сильно, как бы, недостаточно для того, чтобы часто отбрасывать и успевать закинуть в соперника. Очень часто бывает такое, что соперники отъезжают. Но в целом, ребят, это вполне приемлемая цифра для тяжелого танка. Поэтому здесь вопрос такой, смотря с какой колокольни смотреть на орудие Samoa SM. Что касается времени перезарядки магазина. Долговатые, ребят, врать не буду, 24 секунды это действительно долго в боях на 8 уровне. При этом ваш урон в минуту составляет всего лишь 1862 единицы. Я мог бы поставить себе вентилятор, но он не особо мне поможет, я сэкономлю всего полсекунды, но при этом я потеряю в пробитии. Поэтому я ставлю на пробой, мне так немножечко комфортнее все-таки, как ни крути. Ну и вообще, ребят, нет такого понятия, как правильно или неправильно установленное оборудование. Есть понятие, удобно тебе или неудобно. И никого не слушайте, если вам удобнее играть с вентилятором, играйте с вентилятором. Если вы хотите себе добавить брони, а не хпшки, добавляйте, делайте так, как удобнее вам. И никого не слушайте, ребят, серьезно. Лучше живите своим умом и своими ощущениями танка в игре. Что касается среднего урона, 310 единиц, умноженных на 3 снаряда, получается довольно некислый урон за 6 секунд, грубо говоря, 930 средних. По-моему, очень даже круто и довольно часто помогает кого-то добирать. Что касается времени сведения, оно очень большое, и разброс, я бы сказал, в целом комфортный, но не идеальный. Но вот эти вот две цифры мы однозначно будем заценивать с вами непосредственно в бою. Пробития мне больше, чем достаточно, особенно с учетом того, что оборудка на пробой поставлена, и угол склонения орудия вниз, минус 10, действительно очень комфортный, по одной простой причине, потому что он довольно неплохо забронирован. Как вы видите, здесь довольно некисло забронированная башня, очень все классно, есть хороший угол склонения брони вверху башни, и здесь 240 с учетом приведенки. Да, есть вот эта вот комбашня, но все-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно. Комбашню надо заценивать вот так вот. И здесь довольно часто получается даже от комбашни рикошеты, на удивление. Но да, если хорошенько сведутся и кто-то будет точным, то будут пробивать. Но в целом же, ребят, когда вы будете опускать свое орудие и будете отыгрывать от какой-то неровности, то в целом вы будете смотреться вот так вот. Если вы будете при этом еще и перемещаться немножко, отъезжать назад, подниматься вверх или вправо-влево, как-то мансить немножко, то башню выцелить все-таки будет сложновато, особенно где-то на каких-то средних и дальних расстояниях. Что касается нижнего бронелиста. Да, это страдальчество редкостное, сюда пробивают постоянно. Что касается верхнего бронелиста, здесь повеселее. Здесь 270 единиц с учетом приведенной брони, ребят, в прямой проекции, если прямо на себя танк поставит. Вот так вот. 258, 260, 270. Ну, короче говоря, где-то в этих пределах танцует. И здесь действительно бывают довольно часто рикошеты. Особенно если вы поедете на линию СТЛТ.
Что касается щек башни, то щечки очень маленькие, и их никто выцеливать не будет. В основном будут пытаться пробивать сюда голдой, либо в нижний бронелист, либо будут уже выцеливать комбашню. Что касается бортов, то фугасы вам здесь не страшны, но бронебойные пробивают вполне спокойно. А вот корма фугасы очень сильно любят принимать, причем с довольно некислым уроном. Поэтому кормой лучше никому не поворачиваться. Вообще по жизни никому не поворачивайтесь кормой, ребят, серьезно. Что касается сравнения машины с другими на уровне. Я выбрал только тех ребят, у которых барабаны, но сразу давайте отсюда отбросим товарища Бизонта, у которого есть система дозарядки. Ну, просто потому, что так не совсем честно сравнивать. И остаются у нас все ребята с барабанами, и при этом всем обратите внимание на ДПМ. У него ДПМ самый худший на его уровне, если не считать из 3 защитник, у которого просто конское время перезарядки снарядов в магазине. Из-за этого у него и ДПМ такой на плинтусе лежащий. Поэтому, ребят, если вы ищете себе ДПМную машину, товарищ Сумо АСМ к ним не относится однозначно. Но в чем ему реально не откажешь, так это в том, что машина действительно доставляет удовольствие от игры. И я не знаю, с чем это связано. Я смотрел на сравнительную таблицу со всех сторон и не смог найти прям такого, знаете, огромного плюса, которым можно было бы вознести Сомуа хотя бы на какой-то пьедестал. Процент побед я бы не сказал, что высокий, он просто средний. Что касается скорости данной машины, то по скорости есть хуже, но есть и лучше. Что касается сведения, ну да, окей, хорошо, типа неплохое, но есть-то ребята, у которых гораздо лучше, опять-таки, кроме защитника. И по орудию вроде бы тоже не фонтаны, по времени перезарядки магазина. И даже при этом всем, ребят, страдальческий для меня лично Т-77, по моим ощущениям, гораздо хуже играется, чем Сомо. В чем прикол Сомо, я реально не понимаю. Но знаю точно, что каждый раз, когда я беру его в бой, я получаю от этого кайф. И, по-моему, это самое главное. Убеждаемся в том, что мы с вами попадем в обычный встречный бой. Ну и, в принципе, туда и отправляемся. Я в свое время, когда взял Сомо СМ, снимал на него обзор, и мнение о машине с тех пор у меня все-таки поменялось. Я поиграл на Сомо, и мне очень сильно понравилось. Особенно мне понравилось играть на данной машине в режимах, в частности в режиме столкновения. Я не знаю, чем он такой классный. И даже при его вот этом вот долгом времени перезарядки магазина, ты все равно чувствуешь себя каким-то нужным и полезным. Если на Т-77, как я ни пытался, я все равно не могу получить удовлетворение от боя на данной машине, то на Сомуа у меня это выходит. Да, пускаю Т-77 меньше время перезарядки магазина. И там 2 снаряда, которые за каждый выстрел дают разовую альфу больше. Но опять-таки, больше на сколько? Здесь вы с магазина получаете 930 единиц. Там вы получаете 800 с копейками. Сравнимо ли это? Ну, не знаю. Мне все-таки кажется, что барабан на 3 снаряда лучше, чем барабан на 2 снаряда. Но единственным исключением, наверное, будет Йох на 10 уровне, у которого действительно барабан на 2 снаряда практически божественный. Там действительно разовая альфа такая, которую ты когда отправляешь в соперника, ему становится, знаете, так вот крайне-крайне больно и дико-дико неприятно. Ну что, поехали, попробуем Сомо в бою. Очень классная подвижность, мне лично нравится. Бодро и весело ты перекатываешься, под горку заезжает как обычный тяж, ничего удивительного, ничего интересного. Скорость поворота башни больше, чем достаточная для того, чтобы можно было перекинуть свой прицел с одного соперника на другого. Короче говоря, к повороту башни у меня претензий абсолютно никаких нет. Что касается того, чтобы на нем входить в повороты, тоже вполне нормально, вполне приемлемо, с учетом размеров машины, с учетом того, что это тяжелый танк. В целом, я бы сказал, что очень хорошо и плохого ничего нет. Навскидку сейчас закинул в Йоха и при этом получил непробитие от него же, если я правильно понимаю. Пока никого из соперников не вижу. На перезарядку пока уходить рановато, мне кажется. Сейчас подъедем чутка поближе, посмотрим, что будет происходить дальше. Кто есть где. Никто не хочет вылазить. Ладно, доперезаряжу магазин. Придется подождать нам 24 секунды, но я думаю, что в целом это вполне терпимо. Заодно и ребята там немножко определятся, что им делать и с кем. Такс, ждем своего часа. Хотелось бы, безусловно, чтобы у машины перезарядка была немножко быстрее. Но в целом, не знаю, мне как-то вполне комфортно, да и слава богу. Ай, перекрыли меня. Ну ладно, хорошо, тогда попробуем закинуть в тигра.
очень обидно сейчас. Вот настолько обидно, прям капец-капец как обидно. Мог же закинуть в товарища, но, к сожалению, не получилось. Так. Есть урон. Ну, а теперь придется немножечко помансить здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Эмиль! Ты неприятен мне здесь. Мне неприятна твоя компания. Отъедь, пожалуйста. Хорош. Не хочу я с тобой встречаться. Абсолютно. Йох тоже, походу, на перезарядке. Но. Добрали. Уже хорошо. Спасибо большое. Ну, а у меня есть магазин, который я не побоюсь применить. Блин, ну мог добрать. Ну, почему мне так не везет в этой катке? Почему так? Почему настолько неприятные ситуации происходят именно со мной, именно сейчас? Где там? Где там? Что там? Что такое? Почему я не вижу, куда мне ехать? Почему? Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, откатываемся. Откатываемся. Надо немножко полечить нашего товарища-наводчика. Ну что, смогу разобрать его или не смогу? Ай! Ай, больно. Ладно, так или иначе, у нас всегда честные обзоры и ничего вырезать мы не будем. У меня есть два четких пробития в башне и, как видите, одно из них прилетело именно в ком-башню. Но были ребята рикошеты, что говорит о том, что это далеко не картонный танчик и на нем действительно можно нормально отыгрывать. Подвижности мне лично хватает, борта, понятное дело, пробиваются, этим никого не удивишь. Ну и что касается орудия, то здесь сейчас какая-то была дикая подкрутка, потому что в основном, когда я играю на данной машине, снаряды летят, ну, гораздо точнее. Ну, вот это вот попадание в мост в этот и полет снаряда над ПТ-шкой меня просто-таки выморозили. Реально, вот прям в самый корень. Очень обидно, ребят. Но как было, так было. Вырезать ничего не будем. Сейчас возьмем машину и отправимся в следующую каточку. Ну, а перед тем, как это сделаем, обязательно заценим результаты нашего боя, и параллельно с этим хочу попросить каждого из вас подписаться на канал. В ближайшее время на канале будет очень-очень много новых видео, в частности обзоры на СТГ, обзор на AMX Defender, которых вы можете забрать в игровом событии. Короче говоря, ребят, подписывайтесь на канал, у нас не скучно, у нас весело и всегда честные и полезные обзоры. Что касается по результатам боя, то по результатам команды я на третьем месте, вообще не напрягаясь по нанесенному урону, и мог бы больше, если бы не вот это вот гадская подкрутка от игры. Что касается, ребят, результатов по фарму, здесь особо хвастаться нечем. Здесь нет прем-аккаунта у меня. Здесь у меня не было ни бустеров, ничего. И голиком получаем 7700. Фармер, не фармер. Я бы не сказал, что прям фармер. Но в минусе вы точно не будете на этой машине. Ну и что касается урона, мы его уже заценили. Ну что, отправляемся в следующий бой. Ну и попытаемся сделать чего-нибудь более годного. Я очень сильно надеюсь, что сейчас не будет вот этих вот дебильных ситуаций с полетом снаряда в неизвестном направлении, и я смогу реализовать максимальное количество барабанов за бой. Что стоит помнить, играя на Сому АСМ? Вам ни в коем случае нельзя первым выезжать на передовую. Вам лучше пропустить туда ребят с цикличными орудиями, максимально скорострельных, которые на себя примут удар от товарищей. Вы действительно танк поддержки. Но с учетом того, что вы не картонный, то вы не тот танк поддержки, о котором все говорят, когда заценивают, допустим, того же Т-77 или подобные машины. Это машина, которая в силу своей некартонности позволяет вам находиться не где-то там, фиг знает где, вдалеке от ваших союзников, и издалека их поддерживать, как такая себе ПТ-шка. А вы реально вместе со всеми ТТ-шками можете продавливать какое-то направление, сдерживать врагов. Но при этом всем вы просто должны находиться не на первой линии. Просто находитесь сзади ваших товарищей в двух-трех корпусах, так чтобы вы могли где-нибудь параллельно с боем, параллельно с тем, чтобы отбрасывать снаряды, сразу метить, куда вы откатитесь на 24 секундочки перезарядки вашего магазина. Если вы найдете в бою такое место, если вы найдете себе место, в котором вы сможете прятать нижний бронелист, то вы, ребят, будете максимально полезны в боях. Ну вот как-то так. Ну что, поехали, посмотрим, что сможем сделать на этой карте.
самое приятное место для данной машины по началу боя находиться вот здесь, вот на вот этом вот холмике, да, точнее за вот этим холмиком. ПТ-шка метит приблизительно туда же. Дело в том, что он позволяет вам довольно классно спрятать свой нижний бронелист. Брони вам, в принципе, хватает для того, чтобы стоять. Ну, а вашего барабана достаточно для того, чтобы откидывать отсюда с довольно неплохой точностью. Как вы видите, сейчас точность немножечко получше сработала, чем в предыдущей катке. И меня это безумно радует. Также меня радует то, что я уже практически перезарядился, и почему-то, на удивление, на данной машине время перезарядки я не переживаю, прям вот, знаете, там, стуча пальцами по столу в каком-то томительном ожидании. Я вполне спокойно, нормально перезаряжаюсь, вполне, не то чтобы бодро, но достойно. Такс. Это, конечно, все очень хорошо, но я не совсем понимаю, что сейчас будет происходить дальше в бою. Ехать куда-то прям вперед, так знать бы хотя бы куда. Надо, наверное, ехать к своим на своем направлении. Ну и, соответственно, здесь мы будем принимать товарищей врагов. Ну классно ж летит снаряд. Ну почему вот в этом бою нормально, а в предыдущем была какая-то нездоровая фигня? Ребят, напишите в комментариях, как часто у вас снаряды улетают в неизвестном направлении. Прям вот совсем-совсем грустно вам от этого становится, и абсолютно не ожидаете такого результата от той машины, на которой вы играете. Потому что бывает такое, что играешь на машине, которая в принципе косая, как мой сосед на пьянке, но при этом всем она умудряется порой еще и неплохо закидывать. А бывает наоборот. Бодренько, хорошо. Нормально. Так, 20 секунд перезарядки. Отходить назад мне, в принципе, не с руки. Я один остался, к сожалению. Поэтому придется мне как-то попытаться пожить немножечко, для того, чтобы сделать хоть какого-то урона. Мне еще целых 7 секунд перезаряжаться, и боюсь, я в этом бою навряд ли что-то годное получится. Да, добрали меня. Ну, как есть, так есть. Но при этом всем, ребят, я действительно истинно получил удовлетворение от боя. Не знаю почему. Ну, комфортно мне на нем, да и все. Может, кто-то скажет, что это все-таки далеко не самый лучший барабан на уровне. И, возможно, я с вами соглашусь, потому что есть машины с более классными перезарядками. Тот же самый, допустим, Эмиль премиумный. Но все-таки свои 2125 урона налегке я вполне спокойно сделал. Я сделал один фраг. Я смог доказать вам, что данное орудие, надеюсь, смог доказать, что данное орудие не обладает прям совсем косостью, а отыгрывается порой довольно-таки как точное орудие. Сказать, что мы проиграли именно из-за того, что я как-то плохо отыграл, я не могу, потому что, глядя на вот эти вот все результаты, особенно двух нижних товарищей, я задаюсь вопросом, а точно ли виноват я? Хотя с себя вины тоже не снимаю, возможно, я бы мог отыграть как-то немножко пободрее, повеселее, понаглее, что ли, и, возможно, результат был бы получше. Но так или иначе, бой отыгран, вырезать ничего не будем, как есть, так есть, а что касается фарма по серебру, то за этот проигрыш я получаю 21 тысячу без учета прем-аккаунта Чистогана. По-моему, довольно неплохо. По крайней мере, данная машина реально меня веселит и радует, когда я на ней заезжаю. Для меня лично, ребят, это гораздо важнее, чем цифры в вашей, точнее, в моей, простите, статистике. Вот такой вот он, Сому АСМ, абсолютно честный обзор на него. Если вы за честность, если вы за справедливое мнение по поводу всего, что происходит в нашей игре, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ставьте палец на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых видео, а их в ближайшее время будет огромное количество. Всех благ вам, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!